Санкт-Петербургах приступили к возобновлению теплоснабжения. В связи с похолоданием вновь к отоплению подключат весь жилой фонд. Но в первую очередь отопление подадут на объекты социальной инфраструктуры. Это школы, детские сады, поликлиники. И затем в многоквартирные дома. Об этом сообщил глава Химок Дмитрий Волошин. Напомним, что для обращения открыта горячая линия. Специалисты примут заявки и проконсультируют по всем волнующим вопросам.